Yes. Or no. Ошибка какая-то. Блин, я только игры собирался. Блин, какая ошибка, блин? Вы что, гоните, что ли? Sonic XE? Это ж мой сосед! Ё-моё! Всех приветствую на своем канале, с вами Паша 437, и сегодня в этом видео XE-шка будет играть в такую крипипасту про My Little Pony, которая называется Rainbow.exe. Почему XE-шка будет играть, спросите вы? Это для того, чтобы не затягивать видео. А видео, как говорится, будет по частям, потому что игра настолько длинная. Не забывайте еще подписываться на Discord сервер, потому что я рассказываю о видео и всякое разное. Так что присаживайся поудобнее, досмотри видос до конца, не перематывая. Готовь чай, печенье, бутерброды. И мы уже погнали. Так, Rainbow.exe. Все, пошел загрузка. Давай посмотрим, что это такая вот за крипипаста. Warning. This software is provided as is without warranty of any kind and is to be used at your own risk. The use of this software is done at your own discretion and risk and with agreement that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from such activities. You are solely responsible for adequate protection and backup of the data and equipment used in connection with any parts of this software. And the creator will not be liable for any damages that you may suffer in connection with installing, using, modifying or distributing this software. No advice or information, whether oral or written, obtained by you or from the creator shall create any warranty for the software. Do you have read and understand this agreement, and accept and agree to all of its terms and conditions and enter into this agreement voluntarily, with full knowledge of its effect? Yes. Or no. Короче, если я понял, игра предупреждает о том, что типа эта игра можно вредить ПК. На наличие там всяких вот спецэффектов, вспышек там и все такое. Но, как говорится, XE-шка возьмет волю в кулак. И наконец-то нажму на кнопочку «Да». Так, как там? Ага, на стрелке. Так, да. Well then, начнем игру. Ой. Чё сейчас будет, нафиг? Мне вот интересно, что это сейчас такое будет? Hasbro Gaming. My Little Pony. В нашем дубляже, по-моему, называли «Милая пони». Если кратко выразиться. Нифига, Rainbow Adventures. С него все началось. Так, мы нажали на старт и гейм Speed Sky. Ошибка какая-то. Блин, я только игры собирался. Блин, какая ошибка, блин? Вы что, гоните, что ли? Ну ладно. Может, в настройках надо что-то перемудрить или что? Так. Прикиньте, я хотел звук убавить, а фиг убавишь. Так, ну ладно, давай. Reset game. Сбросить игру. Сброс игры не помогло. Значит, обновить игру. Так, короче, нажал я обновить игру. И все, пошло обновление. Что же будет, интересно узнать. Говорил, что ПК можно вредить. Каким макаром? Сейчас пока все нормально. Долго обновляется. Ладно, подождем. Это не займет много времени.
Ну, просто я помолчу, потому что мне сказать нечего. Что же я могу сказать? Грисмод мы вроде скачали. Аддоны мы пока не знаем, как возвращать, потому что Steam Downloader вообще, наверное, прекратила поддержку. Такие вот дела. Sonic XE? Это ж мой сосед! Что он тут забыл? Ё-моё! Я ничего не делал. Что? Какого фига тут мой сосед в игре делает? Что это нафиг? Ой, блин. Господи. Так, старт. Вот теперь точно старт игры. О, видели, что написано здесь было на в этом? Вверху влево в углу экрана. Hasbro Gaming, My Little Pony, все такое, бла-бла-бла. My Little Pony, My Little Pony. Так, что же будет? А что это с лицо у Рэмбо, не понял. Ладно, давай на старт нажмем. Вроде мы там все перемудрили. Так, какую-то подсказку. Игра первая. Speed Sky. Скорость в облаках. Опа. Так. Space прыгать, Shift ускоряться. Понял. Не судите строго, пожалуйста. Я первый раз играю. Как Марио был моим соседом, так и Соник здесь. Так, тихо, чекпоинты. Мы достигли первого чекпоинта. Так, что там? Так, так, так. Во. Если что, я сделаю игру тише, потому что она орёт как бздец. Потому что, блин, я пытался вроде сделать потише, но его фиг сделаешь. Вот ты орёт. Капец, как громко. Я пытался, и мне не получилось. Вот вы сами увидите, когда дойду до какой-то точки. Сейчас вы увидите все на своих глазах. О, нифига, все утемнилось. Так, давай-ка я сейчас... Не, еще пока рано. Ой. Так, вроде вот таким вот образом надо проходить. Да ё-моё, да что ж мне не везёт-то нифига, Рэмбо. Ты нормально-то будешь проходить, нет? Ну что это такое, а? Ну что? Я вроде пытаюсь нормально попробовать, а она меня не слушает ничего. Вот так. Вот так. Вот так, вот так, тихо, вот так, вот так, все. Нифига, что это все такое? Так, давай-ка потише сделаю. Вот смотрите, видите? Сейчас открою, смотрите, нифига ничего не будет. Вот видите, я пытаюсь, видите? Она не работает нифига. Так, считайте, что вы этого не видели. Все забаговалось нафиг чертям собачьим и... Оу! Сосед, ты что с ума-то сходишь? Они врут тебе. С каких пор они врут? Сосед! Это же я, Экзешка! Что он с ума-то сходит? Не обращайте внимания. Hasbro Gaming. Hasbro Gaming. Вот видите, какая заставка стала.
Ой, боже мой. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, не обращайте внимания. Самое главное, блин, потому что всегда болтовня такая идет. Ладно, давайте еще раз. Нажмем. Так, мы вроде нажали. Привет, милая пони. Привет. Я знаю, у меня к тебе вопрос. Ну, в общем, короче. Все переведем в описании. Потому что я не знаю, о чем они говорят. Если честно, я не знаю. О чем идет речь? Началось с того, что типа Соник, мой сосед, то есть встретился с Rainbow Dash. Это будет первая часть. Я не знаю, сколько будет тут частей. Может, 3 или 2. Посмотрим. Все переведем в описание, ребят. Потому что я не знаю, о чем они говорят. Блин, я реально, что, реально, что ли, звук не убавил? Да ну, как так? Звук не убавляется. Что за нафиг? Так давай ты не будешь убивать ее, ладно? Ты ж мой сосед, я тебе не приказывал убивать. А что? Нет. Что-то не то пойдет, что ли? Что это он задумал, ё-моё? Да-да, долгая переписка. Они пишут настолько долго, что у меня время 3 минуты. Ого, что это? Что это за такое, Экзешка? Соник, ты что творишь? Не надо! Пожалуйста, Соник, не надо! Не надо, пожалуйста, не делай из нее экзешку. Я знаю все ее способности, блин. В мой ПК вломиться, вот, и все. Панаке. О! Что это такое было? Из нее экзешку сделали? Походу, да, из него и сделали экзешку. Из нее сделали экзешку. Или вообще 4 частей будет. Не знаю. Сколько там их будет? О! Hell Gaming. Hell Gaming. Игровой ад. Наверное, вот так вот, наверное, переводится. Или как там. Но если я неправильно перевел, можете меня исправить в комментарии. Моя милая месть. Милая месть. Милая месть. Милая месть. Оу, ера.
Че, в натуре что ли, экзешку из нее сделал? Он что, там с дуба рухнул, сосед, ты что с нее сделал? Игра первая, Flight Test. Конечно, ладно, видео пускай затянется, но пускай это будет первая часть, но все равно. Ой! Что это было?